Сегодня у меня помощник есть. Такой замечательный пирог получился. Вот. О, какая красота. Ой, спасибо, Иркинаке. Вот такой пирог будем сейчас пить с чаем. Ну, конечно, обязательно присыпем. Вот так. Посыпем пирог, пока он горячий. И пока горячий, обязательно нужно его переложить. Обязательно переложить. Я сейчас... Я буду перекладывать, а вы посмотрите. Вот так. Вот. Обязательно горячий перекладывается, иначе он вспотеет и будет мокрый. Вот и все готово. Приятного аппетита!